Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как вы догадались, я надеюсь, мы с вами находимся в Минске на 11-й международной специализированной выставке, посвященной транспорту и логистике. На стенде SkyWay у нас очень интересный гость из России, технический директор закрытого акционерного общества «МЫС» Лобов Михаил Александрович. Послушаем, с чем он прибыл, как ему понравился наш стенд и, в частности, трехсекционный Unicar. Ну и также, возможно, у Михаила Александровича есть какие-нибудь интересные предложения. Здравствуйте, тезка. Добрый день. Подскажите, что вас привело на, надеюсь, гостеприимную для вас белорусскую землю? Наша фирма и мои сотрудники, и я лично очень любим рассматривать все новые проекты, особенно такие передовые, как ваш проект. О нем мне сообщали и мои сотрудники, и знакомые партнеры по бизнесу, просили заинтересоваться и посмотреть. Вот именно с этой целью я сюда приехал, и не только один, а еще ряд моих специалистов. Сейчас, после осмотра вашего выдающегося изделия, появилось ряд возможных направлений, по которых мы бы хотели с вами хоть как-то сотрудничать. На сегодня все мысли очень трудно воплотить и сформировать. Я надеюсь, что после какого-то более плотного общения, более детальной знакомства с вашими возможностями и с вашими мыслями, мы сформируем более широкий пакет предложений для возможной заинтересованности вашего руководства. На сегодня этот транспорт является, наверное, прорывным. И, возможно, даже настолько передовым, что, как вы говорите, он затмит все остальные виды транспорта. Нам очень интересно участвовать в этих проектах, очень интересно по возможности стать вашим партнером или поставщиком той или иной продукции. Спасибо большое. Мы действительно искренне надеемся, что в скором будущем SkyWay, то, что он займет свою нишу, это мы не сомневаемся. А то, что затмит многие другие, действительно в это верим. Хоть чуть-чуть приоткройте, скажем так, некоторую завесу над тем, что вы сказали. В какой области вы работаете и в чем вы можете предложить свои услуги? Это электроника, это, скажем так, строительные конструкции, это путевая структура, подвижной состав или что-то из всего вышеперечисленного? В первую очередь, конечно, мне бы хотелось предложить более комплексно рассматривать композиционные материалы и, возможно, некоторые узлы или решения на основе их более активного применения. Есть, наверное, масса примеров в современном строительстве, в современной архитектуре использования композитных материалов и изделий с их элементами, и новые мосты, и новые подвесные трассы, и так далее, и тому подобное. А также на сегодняшний день по всем видам производств видно, что идет активное применение композитных материалов как в силовых элементах, так и в элементах отделки. Поэтому здесь можно рассмотреть и возможное улучшение дизайна в какой-то степени, возможное изменение внешней конфигурации, защита от воздействия тех или иных внешних факторов, температуры, солнечной радиации, эрозии от песка, воды и так далее. Возможно применение каких-то комплексных систем по защите элементов передвижения, перемещения для верхнего крепления, возможно, нижнего. Можно рассмотреть варианты логистики применения промежуточного транспорта для доставки пассажиров до ваших линий и до тех мест дислокации людей и так далее на промежуточных этапах. Можно рассмотреть элементы конструкции не только подвижного состава, но и самих линий, самих узлов, станций, например. В общем, мысли пока много, но они до конца еще не сформировались. Я думаю, при более тщательном рассмотрении или более тесном обсуждении что-то родится. Спасибо большое. Я искренне желаю и вам, и нам плодотворного сотрудничества. Бог даст, все сложится. Спасибо вам большое, тезка. Желаю успеха. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте. И тогда такие слова, как препреги, кевлар, углепластик, будут в вашем рационе каждый день. Строй SkyWay, спасай планету.